чемпіонату світу з футболу коментуватиме жінка. Галина Вінченко, яка вже кілька років є голосом футболу на радіоприйомнику. Я дуже рада, що мені довірили коментувати чемпіонат світу. Це мій перший такий досвід. Я відчуваю двоєсть. 23 ноября удалось сей. Внешнее кольцо окружения. 22 вражеские техники, это 300 тысяч человек. Больше даже, чем мы предполагали. Да, да, действительно, здесь имело место... Девчат? Что нет, ни шагу назад, да, значит... Ну, прокурор, соглашаясь, в своем стиле, значит, называет это, впредь называть крепость Сталинграда. Вот, да, что, что произошло? Сказал крепости, там возникли стены замка неприступные. Что произошло за эти несколько...